уникальной энергетики пианист. И, конечно, музыкантские его дарования, они были, на мой взгляд, один из ярчайших представителей русской фортепианной школы, который закончил консерваторию у Льва Наумова. Также он потом выиграл конкурс Клиберна в Америке, жил там и давал концерты. Мне посчастливилось быть с ним знаком. К сожалению, очень рано ушел из жизни. Я могу сказать, что я большой поклонник его творчества.